Вот Лейла до записи, пока мы общались, упоминала Шнура. Угу. А Шнур — это рок-артист? Это рок-музыкант? Нет, это эстрада. Эстрада все. Это эстрада по... это эстрада... Ну, запал у него есть, конечно, рок-н-ролльный, это точно. Любопытно, что он считает нашим самым главным рок-исполнителем, нашим корневым рок-исполнителем, считает Аркадия Северного. Вот я думаю, через вот эту призму можно и к личности Сергея отнестись. То есть шансон. Он считает, что наш Аркадий Северный – это точный аналог ихнего Чака Берри. Ничего себе, я буду вот думать эту мысль. Вот такая, вот, да, эта мысль весьма парадоксальна, но в ней есть рациональное зерно. Это то, из чего, как ему кажется, мы все вообще пошли. Мы все русские рок-н-ролльщики, понимаете? А что было у Аркадия Северного, кроме его шансонной составляющей? У него, конечно, был бунтарский дух, в общем-то. На самом деле у него была эта бунтарская история. Он не хотел ни к какому истеблишменту принадлежать, эстрадному. Понимаете? И в этом это его роднит, конечно, с рок-н-роллом. Я думаю, что вот эта штука у Сережи есть.